Раньше мы говорили, что мы проводим специальные военные операции на территории Украины, но уже война идет, уже война идет на нашей территории. И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим. Мы уже объявили военное положение в тех районах, приграничных районах, которые граничат с Украиной. Но они не стесняют, стреляют по мирным гражданам, по мирным объектам, уничтожают социальные объекты, убивают детей, стариков. А мой ответ, отвечаем, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с земли, города, чтобы видно было, дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать, стрелять в нашу сторону. И надо не смотреть, что будет завтра, если мы будем принимать какие-либо решения. Все, что можно было, уже это было. Большего, худшего, не будет. У Европы нет сил, что они, своих там ЛГБТшников отправят там, или этих не знаю, непонятно, даже я название их не знаю, их будут отправлять воевать с нами, Говорят, что Америка свою там дивизию десантников отправили, на Европу. У нас новое, оружие будет, бронетехника будет. Пусть отправляют, А кто наши враги? Запад, Европа, они же давят нас санкциями, И что им нужно для того, чтобы народ восстал против государства, сказал, что почему, что, где, когда. Нет, мы наоборот, регионы не только выживают, и даже показывают хорошие показатели. Поэтому я считаю, что этот год для нас был удачным, чем нежели неудачным.